«Кто не убирается, сам так называется». Детская обзывалка стала практически слоганом для масштабной экологической акции «День зеленых действий». Взрослые люди приезжают на пикник отдохнуть, а после оставляют горы мусора. Кто должен убирать за ними? Этот вопрос, по заверениям наших репортеров, оказалось задать просто некому. Пластиковые тарелки, стаканы, упаковки из-под соков, полиэтиленовые пакеты, бутылки из-под алкоголя. Ясная Поляна превратилась в мусорный полигон. Мы в лесу. У кого-то рука не дрогнула все это оставить после себя на природе, а у других, у волонтеров, сердце не выдерживает спокойно смотреть, как гибнет все живое. Поэтому развеселые выходные одних превращаются в трудовые субботы у других. Мы отдыхаем на субботниках. Мы отдыхаем на природе. Это наш отдых. Сезон отдыха людей на природе – настоящий кошмар для лесников. Вся ответственность за безответственное отношение к лесу круглый год на них. И разгребать тоже им. Лесная охрана, лесная служба испытывает очень большую нагрузку в своей работе. Во-первых, это большие территории, и численность инспекторов на сегодняшний день у нас не такой большой. И отдыхающих много. Субботники волонтеров, берега рек, лесные поляны, живописные рощи. Сегодня 3 гектара вдоль Варламовки. 3 кубометра мусора вручную. Каждой брошенной бумажке, окурку или бутылке – персональный поклон. Я пришла сюда, чтобы показать горожанам, что после себя можно оставить чистоту. Чтобы в следующий раз, когда люди пришли сюда отдыхать, здесь было чисто и не было никакого мусора. Чтобы другим отдыхающим было здесь комфортно. Неприятно, когда ты пришел отдыхать, а вокруг тебя мусор. Это... некрасиво. Уборка еще не закончилась, а на расчищенном берегу живописной реки уже расположились отдыхающие. С костром, бутылками и пакетами. Вероятно, заделье волонтерам на следующие выходные уже обеспечено.